Ставрополь – город сравнительно небольшой. Постоянно здесь живет около 500 тысяч человек. И в жизни каждого ставропольца, нашей жизни, парк играет особенную роль. В юго-западном районе Ставрополь на 200 гектарах раскинулся этот волшебный край. Когда поднимаешься над кронами и видишь наше Ставропольское зеленое море, как на ладони, ух, это дорогого стоит. Да, все же самое крутое – это аттракционы отечественного и зарубежного производства. Их в парке больше сотни. Слушай, я только сейчас задумался, как много мы еще не успели перечислить. Кинопарк, аквапарк с водными горками и термальным комплексом, батутный парк, десятки детских площадок по всей территории, паровозик, курсирующий по маршруту, пейнтбольный клуб, стритбол, зимний ледовый каток, катание на санях, с горок, на лыжах. А зоопарк? Тут можно посмотреть на зверей и покормить их. Ухоженный вид и недавно появившиеся детеныши говорят о том, что животные здесь как дома. Сюда приятно возвращаться еще и потому, что люди, работающие здесь, делают это с душой, отдаваясь занятию всем сердцем. За все это мы любим наш Парк Победы. Главный для города и лучший для нас.